Вітаю вас. Це «Після мова». Мене звати Ірина Степаненко. Сьогодні я запрошую вас поговорити про музей, який стає справжнім провідником міста Житомира в науково-культурному житті не лише України, а й цілого світу. Звичайно, це музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова Житомирської обласної ради. І нас у студії сьогодні є завідуюча відділу зв'язків з громадськістю та науково-просвітницької роботи Ірина Вишневецька. Здравствуйте. Добрий день. Я рада, що вона сьогодні в студії. Мені теж дуже приємно у вас бути. Мені подобається ваш канал. Завжди дивлюсь його з цікавістю. Спасибі за комплімент. І вам комплімент навзаєм, тому що у вас завжди відбувається щось нове цікаве, особливо зараз. Буквально 10 жовтня завершився великий шестиденний фестиваль, який називався «Відкритий космос». І проходив він в рамках Міжнародного тижня космосу. Саме наш Житомирський музей космонавтики став координатором усіх заходів, які відбувалися в Україні в рамках Міжнародного тижня космосу. Як усе було? Як відбулося? Чи задоволені ви, як люди, які координували цей процес? Да, проект очень большой, интересный. С 1999 года он существует в мире. Мы его проводили уже, наверное, года три. Как бы счет не ведем, но приблизительно около трех лет он у нас начинался. Но именно в этом году мы координаторами стали. И очень настолько насыщенная была программа. Было в один день по несколько, по 3-4 мероприятия, начиная с утра и заканчивая там 6 часами вечера. Причем пытались охватить разные возрастные категории. Для малышей были мастер-классы, для тех, кто постарше, мастер-классы, причем в разных видах деятельности. У нас в основном традиционными такими для нас мастер-классы есть там «Создай ракету своими руками». А в этот раз у нас было и бисероплетение, и создание открыток, и рисование сказок, и создание сказок. Были очень интересные лекции краеведов и философов, знатоков космоса. Были такие научные лаборатории, нашими партнерами стали и Житомирский университет, и военный институт, и громадская организация «Украинская духовная республика», и, безусловно, Ассоциация музеев космонавтики Украины. То есть вот такое партнерство, оно дает возможность наполнить вот каким-то более широким содержанием и более широкими смыслами любое мероприятие, особенно такое, потому что целую неделю, такую напряженную, интересную, захватывающую, было очень непросто создать, но она получилась. Был создан сайт специальный для недели космоса, мы получали информацию, надеемся, что мы обобщим этот опыт и, может быть, еще поделимся с общественностью тем, что у нас получилось. Но программа, безусловно, очень интересная. Школы охвачены были также, 28-я, 7-я. Вот, как я уже говорила, Житомирский университет, военный институт. Вы анонсували приезд науковцев, людей цікавих. Кто из таких яскравых людей был у Житомира в эти дни? Очень интересный коллекционер, который меня, например, поражает. Юрий Шевелло есть такой, он живет в Киеве. Меня он поражает. Обычно я с коллекционерами с юности, с детства, можно сказать, знакома. И знаю, что это люди очень такие непростые. Они очень сложно расстаются с теми предметами, которые достались им там, кровью и потом. А вот Юрий Шевелло отличается тем, что он сам от всей души искренне дарит. Вот он нам много экспонатов подарил в дар нашему музею. У него комната завалена экспонатами очень и предметами быта космического и историческими. И вот он подарил нам ряд экспонатов, и он выступил, вот, например, он. Звідки? Что это за экспонаты? Что это может экспонаты быть? На протяжении всей своей жизни, он там, может, чуть старше меня, может, такой, как я, он собирал еще со школьных лет все, что было связано с космонавтикой. Ну, например. Начиная от посуды, вот, это и ручка, и елочная игрушка, и тарелка. И заканчивая тем, что на орбите происходит, и тем, чем пользуются космонавты на орбите, то, что ему удалось раздобыть. Вот. Потом, благодаря вот этой Украинской духовной республике, мы познакомились с талантливыми писателями, фантастами. Они тоже были у нас в это время.
Ну, вот, усе, така... що ви робите, це робиться передусім для людей. Наскільки відгукнулися житомиряни, гості? Скільки людей у вас було протягом тижня, що минув? Чи виправдовує кількість людей, які приходять, ваші зусилля? Чи чують вас? Чи є цей зворотній зв'язок тих людей, для кого це все робить? Да, от хотілося б сказати, що почався наш музей, взагалі музей космонавтики, наш почався 1 августа 1970 року. Есть фотография у нас в экспозиции, она представлена в доме музея Королева. Сколько было людей на открытии? Это были тысячи и тысячи людей. Тогда не было ни интернета, не было такого количества прессы. Но был потрясающий интерес к космонавтике. Мы помним годы застоя для нашего музея, может быть, и для многих музеев, когда у людей просто не было денег купить билеты, прийти в музей. Это вот начало 90-х годов. Потом был такой период, когда интерес к музеям увеличился, и было у нас где-то в районе 43 тысяч посетителей в год, ну и причем я по долгу службы изучаю этот вопрос на международном даже уровне, вот если сравнивать посещение нашего музея с таким же музеем, например, в Германии, где в таком же городе с населением 300 тысяч человек в городе, то вот мы не уступаем, у нас у них тоже вот где-то в районе 40 тысяч. Причем 40 тысяч за какой период? За год. Угу. Вот это же, причем там же Германия – это туристическая страна, туристические маршруты. У нас, к сожалению, пока этого нет, и это очень обидно и несправедливо, потому что у нас более там, 40 тысяч музеев, и можно было бы сделать на этом вообще очень большие, серьезные бизнес-проекты интересные. А сейчас мы, да, вот сейчас я возвращаюсь к этому же вопросу, да, то в этом году, в прошлом году уже у нас было 50 тысяч посетителей, то есть это цифры, если в процентном соотношении, очень большие. А если говорить о фестивале, то тут такое у меня двойственное чувство. Иногда было даже, ну, жалко нам, мне, наших сотрудников, потому что просто... Одна экскурсия заканчивалась, приходила другая. Причем в одном нашем зале, ведь вы знаете, да, что у нас зал, одна площадь большая, да, в котором у нас проходило одновременно все. И лекции, и экскурсии, и мастер-классы. Но, как ни странно, вот что значит космос, ведь значит гармония, порядок в переводе с древнегреческого, да? Как-то все уживались, и было интересно, и весело, и познавательно. И студенты слушали экскурсию, не отвлекались на лекцию, которая параллельно шла. А те, кто пришел на лекцию, тот был полностью поглощен лекцией. То есть вот получилось очень удачно, на мой взгляд. Хотя я даже не знаю, наверное, в день по 1000 посетителей было. Вартість вхідного квитка не змінилася на період фестивалю? Нет, не змінилася. А яка вартість, нагадайте? 15 гривень для взрослых, это очень недорого, да? И 8 гривень для студентов и детей. Причем... Ну, мне кажется, что это очень небольшая цена, если ты приходишь в музей, уникальный для Украины, в котором 60% это подлинные экспонаты, которые представляют историческую ценность и научную, то, наверное, это совершенно небольшая стоимость. Причем, если человек приходил на мастер-класс, он мог уже на протяжении целого дня находиться в музее. Мы идем к посетителю своему, как бы стараемся сформировать своего посетителя. Ты бачу, что вы проводили параллели с немецким местом, аналогичными, там цены, но если такие сами, то в евро, как минимум. Да, я думаю, что намного больше. Причем, вот я же говорю, мы проводим акции и ну, изучаем этот опыт, вот как он за границей проходит. Например, вот мы уже тоже на протяжении многих лет проводим акцию такую... мистецкую акцию, да, «Ночь музеев» она называется. Uh-huh. Вообще начинали мы больше вот активную деятельность нашу именно с культурологической деятельности, а сейчас у нас больше идет уклон в сторону научно-просветительской, можно сказать, и международной. То вот «Ночь музеев» вообще проводится в Европе, автобусы из одного музея в другой переезжают, возят посетителей, а у нас в городе, несмотря на то, что есть другие музеи, только наш музей проводит такую акцию. Не так давно на вашем месте был ваш колега, очільник нашого обласного краєзнавчого музею, і який сказав, що дуже важко організувати такий захід, тому що переживають, дуже переймаються цілісністю експонатів, які там представлені. Як ви організовуєте у себе це? Як вам вдається зберегти цю цілісність? Як багато людей приїжджають на цю ніч музею? Коли це буває? Я думаю, що тут, прежде всего, звісно, нужен большой опыт проведення мероприятий різного рівня і різних направлень.
Вот как, например, на открытом космосе и ученые, и научного направления мероприятия, и культурного, и художественного. Открытие выставки даже было, я забыла просто такое количество мероприятий, что все не вспомнишь. Точно так, потому я думаю, что тут вот прежде всего надо бы сосредоточиться на этом, на том, чтобы большая подготовительная работа была на протяжении года. Тогда вот и эту ночь музея, и открытый космос, и ночь науки, которая у нас тоже была, будет, может быть, не так просто, сложно организовать. Но мы благодарны очень. У нас работает охрана. Uh-huh. Если честно, я плохо знаю, как называется эта организация, которая работает у нас ежедневно, у нас охранники круглосуточно. И мы обращаемся к ним за помощью. Было у нас такое, что мы курсантам нашего училища милиции подготовки мы обращались, и нам целый наряд отправляли курсантов, которые помогали нам держать порядок. А вот в этот раз мы обращаемся, нам просто дополнительного дают охрану дополнительную. Так вот. И кроме того, сотрудники наши, мы выходим вот в эту неделю космоса, работали все без выходных, с утра до вечера. Такі зусилля виправдовуються? Я таки не почула. Головне, скільки, в рази чи просто це в відсотках збільшується? Ну, смотрите, если даже вот в посетителях, да, было 43 тысячи, стало 50. Ну, це ви кажете за рік. Дуже показовим завжди є тижні, да. Місяці, коли відчувається. Да. Це виправдовує? Ну, вот, например, вот эта ночь, вернее, фестиваль «Открытый космос», безусловно, потому что каждый день, представьте себе, 1000 человек, вот так, ориентировочно. Такое количество посетителей у нас бывает только в дни космонавтики, вот в эту неделю до Дня космонавтики и после Дня космонавтики. И за рахунок, мабуть, учні, правда? Ну да, в основном, да. А тут уже разные возрастные категории, разные представители разных профессий, но, ну, конечно, не все мероприятия платные. Вот, допустим, вот фестиваль, это мероприятие у нас платное, все билеты продавались. А иногда у нас же, конечно, очень много билетов, не билетов, а дней, когда мы бесплатно приглашаем посетителей. Есть какие-то вызначенные дни в месяце? Каждый месяц. Мы, вот, например, ближайший будет День открытых дверей, 14-го. Октября, да, угу. Посвящен Дню защитника Отечества. Да, у нас в День космонавтики всегда День открытых дверей, День рождения Королева, День открытых дверей. То есть каждый месяц у нас День открытых дверей. Вот, кстати, Ночь музеев, она проходит в Международный день музеев, обычно 17 мая. И тоже это день открытых дверей. Мы даем возможность, и опять же перенимаем опыт у европейских наших коллег, которые не считаются, знаете, вот часто приходится слышать, ой, зачем делают сайты такие откровенные, такие открытые, люди пришли, зашли на сайт, и они уже в музей не пойдут. Это неправда. Обязательно, ведь есть же такие даже сайты онлайн, виртуальных путешествий по музеям, и это не отменяет количество посетителей в Эрмитаже, например, где очереди стоят, в Московский музей, Музей космонавтики, где тоже очереди стоят. Вот хотелось бы, чтобы к нам вот стояли такие очереди. И практически вот это уже было в течение этой недели космоса. Ну, враховуючи вашу відкритість, я думаю, вам все вдасться. Да. Повертаючись до тижня космосу, який називався «Відкритий космос», мене дуже здивував, і я вже хочу відчути на собі, побачити, що ж це онлайн-телеміст, зокрема, із Литовським музеєм. Я знаю, що у вас у планах і Японія, і Сполучені Штати, їхні музеї космічні тематики. Чи було це, чи вдалося, чи це лише перспектива? Розкажіть. Да, пока это перспектива, но не хочется говорить, к сожалению, потому что думаем, что она будет завершена, и мы сможем сделать презентацию этого проекта, потому что литовские коллеги показали себя как очень большие профессионалы, последовательные, потому что, знаете, часто вот так бывает, сделали много сюжетов по телевидению, вот, письма потомкам оставили даже в бутылках, а потом это все не развивается. У нас пока это такие натяк на иные музеи. Да, то нет, ни в коем случае не на другие. Да, даже и у нас такое и было. Вас, так? Да, просто не наша вина и это не наша проблема, что не все складывается. А вот с Литовским музеем этнокосмологии у нас очень уже сотрудничество не первый год, наверное, уже в третий, может быть, даже или второй год. Вот, кстати, один из последних подарков нашего музея — прекрасный альбом Чурлёниса, художника, вот они нам подарили. И, кроме того, вот эта аппаратура для онлайн-проекта тоже подарена компанией «Экспо Балта». Як уже начало, была? Уже есть начало. Тот, кто придет ладно, в музей, да, тот, кто придет в музей, может уже увидеть камеру, вот, которая будет способствовать тому, чтобы в режиме онлайн можно было увидеть все, что происходит в нашем музее. Есть
экран и кресло, оно даже внешне очень красивое, интересное, такое белое. Кажется, что ты сидишь за штурвалом какого-то космического корабля находишься. И можно будет в режиме онлайн посетить музей этнокосмологии. Это будет додаткова послуга? Ну, еще мы не знаем, как это будет, да. Але ідея дуже цікава. Це сложно сказати, тому що це ж з фінансуванням зв'язано. Я поки затрудняюсь відповідати, як це буде і наскільки він буде реалізован. Ну, на мій взгляд, да, теж дуже цікаво. Сучасна, головне. Сучасна ідея, красива. И она, ведь у нас очень серьезное такое международное сотрудничество, и она вызвала очень большой резонанс и интерес у Международной астронавтической федерации. Вот наши коллеги ездили музейные на, уже, по-моему, раз в два года проходит это совещание членов Международной астронавтической федерации. Мы являемся членами этой федерации. Очень заинтересовало это. Саме завдяки цьому заходу я, анонсуючи нашу розмову з вами, сказала про те, що ви є такими своєрідними провідниками. І завдяки вам, таким от заходам, про Житомир дізнаються у цілому світі. Бачить музей, можливо, ми ставимо цікаві як місто і для туристів. Тому на вас велика надія. З приводу того, як ж вам живеться в сьогоднішній ситуації у державі? Зрозуміло, що іде війна. Левова частка коштів йде на утримання, в принципі, країни. Як вдається виживати музеї? Музеям, і, зокрема, вашому. Наскільки ви фінансуєтесь у ці часи? І за рахунок кого чи чого вдається вам проводити ось такі масштабні фестивалі? Хто підтримує вас? Почнемо з загального до конкретного. Да. Ну, звісно, ну, дуже детально на цю тему мені складно говорити, тому що я представитель не адміністрації все-таки музейної. Да? Ну, звісно, хочу сказати, що всі ідеї, безусловно, нас підтримують. Житомирська обласна адміністрація, в частності, управління культури. Ніколи ні одна наша ідея не была принята в штыки, всегда все поддерживается. Но финансируемся мы, Житомирская областная администрация. Конечно, наш музей, ну, как бы, может быть, по своему, самому своему статусу, он шире пределов области. Да, не случайно мы потому сотрудничаем и с КБ Южным, и с, вообще с Днепропетровском. С Днепром, да, новое название этого города, и с предприятиями космической отрасли, и с Харьковом, и с авиационным институтом. Потому мы как бы шире пределов области, наверное. Но пока работаем, и, ну, сложно сказать, вот, чего нам не хватает? Прежде всего, наверное, не хватает нам площадей. Потому что вот для того, чтобы современный музей, он нуждается, мы привыкли обычно к тому, пока еще, к сожалению, у нас в стране, да, что музей – это такое статическое пространство, не развивающееся, самодостаточное, сакральное. Это очень хорошо и очень хотелось бы. Я когда попала в Московский музей космонавтики, я поразилась, что там вот нет как раз вот этой сакральности, которая у нас есть. Хотелось бы, вот мы, например, хотим так двигаться, чтобы мы сохранили и вот эту тайну, недосказанность, может быть, какую-то связь с миром космоса, Вселенной, и в то же время были современными. И для того, чтобы быть современными, нам, к сожалению, не хватает площадей для того, чтобы создать интерактивные площадки для проведения интерактивных каких-то экспериментов. Вот потому, кстати, в этом помогают и такие вот мероприятия, как и «Ночь ученых», и «Открытый космос», когда мы приглашаем к себе для проведения экспериментов научных, физических, химических, и ребята могут непосредственно увидеть это, потрогать воочию, да, и потрогать, коснуться руками. Это очень важно. Непосредственное переживание эксперимента научного открытия, когда ты чувствуешь себя участником и соучастником. Да? Но площадей для этого у нас, к сожалению, нет. Вот это, какие были проблемы, да, я прошу прощения, какие были проблемы вот в течение недели космоса. То, что все это должно было быть в одной, на одной площаді. Спасибі. Дозвольте в цьому контексті одну цитату. Міський голова Житомира Сергій Сухомлин, перебуваючи на одному із заходів, сказав, що я вам хочу сказати, що відкриття другого майданчика музею на базі кінотеатру «Космос», розширення цього майданчика – це проєкт, який ми зараз ведемо з посольством Сполучених Штатів Америки. Це про розширення на базі іншого приміщення. Є такий процес, він досить інертний, але я думаю, що завершення цього процесу дозволить Житомиру стати дійсно туристичним містом, саме завдяки космічному потенціалу. Але, звичайно, перспектива – це не одного року.
Тому те, що відомо вам, міський голова каже, що іде ще розмова на рівні з посольства Сполучених Штатів. Розраховуємо лише на інвестиції. Правильно розумію? Ну, було таке. Був у нас посол Сполучених Штатів. Вот, и был у нас Сухомлин, и мы ездили, наши представители администрации музея ездили в кинотеатр «Космос». Вам подходит это помещение? Бо часто бывает, ну, але просто мы же, дело в том, что мы же, как, оно нам подходит, потому что оно и в космическом районе, это ведь тоже много значит. Вот японцев, кстати, заинтересовало, что у нас не только музей космонавтики, а вообще у нас целый район космический в Житомире. Но зависит это же еще от состояния здания, от возможности его отремонтировать, а это все не, ну, я не владею этой темой, насколько это все реально. Вот. А так, конечно, было бы прекрасно, это дало бы возможность интерактивных форм, которые мы пытаемся нашими слабыми возможностями. Ведь музей был, музей космонавтики, да, был открыт в 1991 году. Но он до сих пор поражаются, кстати, даже и те, кто был в Америке, экспозиции нашей уникальной, что она соединяет и философское, и техническое начало. Потому что часто бывает, вот, например, даже Московский музей космонавтики, там, Американский музей, экспонат, его техническая характеристика и все. Придя в наш музей, ты попадаешь ну, в целый мир, Вселенную. Да, и не хватает, вот, и пытаемся, вот что я хотела поблагодарить, да, хотела поблагодарить Управление культуры Житомирское, которое нам предоставило интерактивную такую площадку для того, чтобы маленькие, если вы были у нас в музее, то видели, наверное, да, маленькие посетители могли как бы вживую коснуться космоса. И такой портал культурно-образовательный, боже, я забыла, как он называется, вот тоже предоставил нам две такие интерактивные площадки, которые мы сейчас предоставляем нашим маленьким деткам. Спасибо. С приводу перспективы, багато говорили про будівництво обсерваторії на базі 8-ї школи. Знаємо, що зараз будівництво законсервоване, можливо, вам відомо, до якого часу. Що каже влада, приходячи до вас на великі фестивалі? Завжди щось обіцяють. Боже, ви провокатор. Ні, мені цікаво, насправді. Чи є майбутнє в цих темах? Ну, знаете, я бы хотела, это, конечно, грустно, наверное, но я думаю, что власть всегда говорит, что все будет хорошо. А как оно будет, это время покажет. Вот. И время покажет, как мы будем дальше развиваться, потому что наши сотрудники, вы же сами видите, да, чем, благодаря чему это? В основном вдохновению наших сотрудников. Короче, сколько этих людей? Да. Музей космонавтики. Около 20 человек всего, причем вместе коллектив у нас молодой, средний возраст, наверное, там, ну, обычно музейные это бабушки-старушки. Обычно, да. А у нас это, ну, лет 35, по-моему, вот средний возраст. Когда это изменила ситуация? Когда это? Ну, последние годы. Ну, вот. Последние годы, да. И энтузиазм у нас действительно очень большой. Я же говорю, что работают без выходных. И много очень идей новых. Все хотят работать. Мы ищем проекты, вот совместные проекты, они дают возможность без дополнительного вливания финансового, они совместные дают возможность их реализовать. Вы шукаете таких партнеров, да, за кордоном? Я хочу запитати про международную співпрацю. Да. У вас есть люди, которые, добре, мабуть, знают мовы, налагоджують эти связки, да. Чи як це відбувається? Да, у нас есть несколько сотрудников, которые проводят экскурсии на французском, английском, польском языках. Вот. Их не так много, вообще не мешало бы, чтобы мы все владели этими языками, но, к сожалению, это тоже не наша проблема, а проблема нашей страны, наших методик преподавания языка. Но это есть у нас. У нас очень большое количество экскурсий. Мы стараемся использовать каждого посетителя иностранного для того, чтобы влить его вот в атмосферу наших интересов. Мы связываемся с музеями американскими, японскими. Вот, ну, пока вот самое такое активное сотрудничество у нас с музеем этнокосмологии, о котором мы уже говорили, да, такой конкретный проект. Очень мы плодотворно работали сейчас Институт восточноевропейского развития и с центром Тагора. Тоже проект у нас был очень интересный, который, опять же, не требует дополнительного финансового вливания, потому что привозят проект, который мы вместе обговариваем, но за счет организации, которая нам становится нашим партнером, он воплощается в жизнь во многом. Ну и за счет нашего энтузиазма и нашего вдохновения. Вот. Вот планирует к нам приехать, кстати, посол Индии в декабре.
Вот он собирается посетить Житомирскую область. Вот, ну, секретарь посольства уже связывался с нами, говорил, что посол Индии, потому что мы вот... Дело в том, что наше партнерство не заканчивается каким-то одним проектом. Мы, например, вот этот проект «Мир творчества» Рабиндраната Тагора был реализован, по-моему, года два назад, но мы до сих пор поддерживаем отношения, являемся участниками их проектов, ездим к ним на проекты, они к нам приезжают. Вот, вот такая. Потом центр, мы, то, что я уже тоже говорила, мы стали участниками Международной астронавтической федерации. Это дает возможность контактов с музеями Европы в целом. И посетить, услышать эти контакты, услышать их проблемы, обсудить наши. И вот на стыке этих проблем вот что-то решать. Пані Ірино, ви сьогодні багато говорили про те, як працюють ваші колеги, з яким ентузіазмом, з яким бажанням. Ви розповідали про те, як знаходити ці зв'язки за кордоном. І хочу зараз наприкінці програми почути, а яка ж допомога, підтримка потрібна вам тут, на місці, аби втілювати ці ідеї, аби Житомир справді, Житомир космічний, я знаю, що ваш керівник дуже не любить, коли так грубо використовується формулювання, тому що ми не маємо прямого відношення до практичної космонавтики, але ми народили Корольова, який цю практичну космонавтику зробив реально для цілого світу. То повертаючись до питання, яка конкретна допомога потрібна вам зараз від людей, від влади? І у чому це має полягати? Чи завжди це кошти? Ну, в даному разі, я думаю, що це і кошти. Тому що нове поміщення, яке дасть можливість. Ми вже намагаємося наші проєкти виводити за пределы музея. Наприклад, у нас клуб любителей астрономії «Звездарі». Наблюдение за звездным небом мы часто используем на наших мероприятиях. Фаер-шоу, лайт-шоу у нас проходят тоже возле музея. То есть мы территорию около музейную мы тоже задействуем. Но хотелось бы и вот то, о чем мы говорим всегда, о чем уже я говорила, зону для интерактивной работы, для того, чтобы быть более современными, не укорененными в вечность, а современными. Спасибо. Космос – це завжди сучасність. Дякую, що вам не байдуже. У нас є кілька секунд, аби ви звернулися до глядачів і сказали те, про що я не запитувала, але, можливо, хочете сказати самі. На фасаді нашого музею на латині начертані слова «Per aspera ad astra» – «Через тернії к звездам». Путь любого чоловіка, який ставить перед собою великі цілі – це, звичайно, путь «Через тернії к звездам». Желаю всім пройти цей путь і достичь звезд. Спасибі. З вами дуже легко, приємно. Ви справді людина, яка надихає і допомагає досягати цих зірок. Обов'язково прийду в музей найближчим часом. Да. Це була Ірина Вишневецька, яка представляла сьогодні музей космонавтики. Сходіть туди і ви. Це музей, який дозволяє доторкнутися буквально до космосу. Дякую, що ви були з нами. До наступної зустрічі на СК1. Нехай вам щастить.